ввергло его в состояние депрессии. Дело дошло до того, что в английском языке появился даже новый глагол. Он называется «Меган Марклить». Она Меган Маркл. Меган, когда вы там будете орать на родственников мужа или плохо разговаривать со свекровью, муж спросит вас, что ты делаешь, вы ему ответите, я Меган Маркли. Меган Марклю. Меган Марклить значит посылать родственников мужа на три буквы и вести мужа к разрыву полному со своей семьей. То есть это целый уже исторический получился феномен. Она заставила его разорвать отношения со всей своей семьей, отказаться от титула, и они уехали, ну, можно сказать, в ссылку, уехали в Канаду. Я не говорю, что в Канаде так уж плохо, но у него в Лондоне прошла вся его жизнь, и сейчас говорят, что он затосковал, и весь день сидит, и по WhatsApp посылает всякие смешные видео своим друзьям. Ну, как сейчас все. То есть он, ну, как бы, вот этот раш прошел, и пришло ощущение чего-то такого не очень хорошего, что с ним случилось. Посмотрим его переезд. А может, мы сейчас увидим, что ему наоборот в Канаде будет лучше, чем в Лондоне. Посмотрим. А может и хуже. Все это показывает гороскоп. Другое дело, что его переезд в Канаду не предмет осознанного выбора, как мы говорили, а результат стечения обстоятельств. Результат стечения обстоятельств. Итак, давайте смотреть. Ну, просто других вариантов не было. Ну, не в Австралию же ехать, но это же совсем как бы к кенгуру. А Канада была компромиссным вариантом. Канада более или менее похожа на США по стилю жизни, она же американка, и при этом это все-таки территория подконтрольная Великобритании. То есть как бы совместили приятное с полезным, и поэтому семья отправилась в ссылку в Канаду, подальше от родственников. И она своего как бы добилась. Ну, потому что надо уметь так строить отношения с родственниками мужа. Итак, коллеги, принц Гарри. Первый вопрос. Он родился в Лондоне и прожил там всю жизнь до недавнего времени. Первый вопрос. Это... оставаться ли жить, но в его случае вопрос смешной, потому что он с папой и мамой под одной крышей, ну это и не актуально, но мало ли, допустим, он жил до сих пор с папой и с мамой. Как бы вы ответили на первый вопрос экзаменационного билета? Можно ли ему жить с папой и мамой в одном доме под одной крышей? Да. Я повторюсь, в его случае этот вопрос смешон, потому что они все в разных там дворцах жили всегда. Это королевская семья, это им есть где всем жить отдельно. Но допустим, мы же учимся, допустим, он жил все это время с папой в одной квартире, но у жены не заладились отношения с папой, со свекром, и она как бы повела мужа к разрыву. Ну, Луна хорошая планета, да, поэтому ему можно было жить с родителями. Более того, тут стоит северный узел, и северный узел означает, что он не должен обижать своих родственников, иначе за это его накажут лунные узлы. А возраст у нас как раз подходящий – 35 лет. Он менее чем через 2 года входит в кармическую проверку. Поэтому
ссориться с отцом ни в коем случае нельзя. Мамы давно нет в живых, но жив отец и Северный узел в четвертом доме. Кстати, отец был против отъезда в Канаду. Он говорил, что вы можете остаться в Великобритании, недвижимости миллион, и как бы живите себе отдельно, ну уже после разрыва. Но жена говорила, что я ни минуты не останусь в этом проклятом королевстве и как бы уеду далеко-далеко-далеко. А ты мой муж, и ты обязан следовать за мной. Вот так стоял вопрос. Ее можем посмотреть, но интереснее его, он же жертва всех этих событий. Итак, коллеги, второй вопрос. Второй вопрос более важный. Вот этот как раз для него вопрос второй. Надо ли было уезжать из Лондона? Помните, второй вопрос это остаться ли жить в том месте, где человек родился. Или же куда-нибудь переезжать. Для этого мы проверяем количество добрых и злых планет в угловых домах гороскопа. Первый, четвертый, седьмой, десятый. Первый дом у него огромный, но при этом какой? Пустой. В четвертом доме Луна. Луна – планета добрая. В этой теме она дает нам плюс в числителе. Дальше седьмой дом, как и первый, огроменный, но также пустой. Пустой. Вот Меркурий, он к какому дому относится? К восьмому. Потому что восьмой дом в пятом градусе, а Меркурий в шестом. То есть седьмой у него пустой, и десятый тоже пустой, там южный узел, но он не считается. То есть, кто мне назовет его баланс? На Лондон. 1-0. Астролог бы сказал, какого рожна ты уезжаешь? Вы поняли правило, что уезжать надо тогда, когда преобладают в угловых домах натальные карты какие планеты? Злые. Тогда уезжать. Или только злые, или злых больше. Но у него 1-0. Зачем уезжать? Лондон ему, говорит гороскоп, вполне подходит. То есть на второй вопрос мы ответили бы так, что уезжать смысла мы не видим. Переходим к третьему вопросу. Все, жена устроила скандал и сказала, твои мерзкие родственники, видеть их не хочу, не желаю, хочу жить отдельно, как будто бы их не существует. Куда едем? Давайте посмотрим. Это по квадрантам. То, что я объяснял вам на прошлом занятии. Итак, первый квадрант. Первый квадрант от асцендента до ИЦ. Называйте мне, какое это географическое направление? Говорит северо-восток, то северо-запад. Первый квадрант это северо-восток. Это не меняется. Это надо один раз запомнить на всю оставшуюся жизнь. А связь квадрантов с географией. Правильно? Первый квадрант это северо-восток. А на северо-востоке мы наблюдаем только одну планету и та Эрида. Ваш комментарий, прошу. Переезды на северо-восток относительно чего? Лондона, молодцы. Вы помните, что все переезды оцениваются. Мало ли, может, вы уже 30 раз переезжали. А бывает так, человек родился не в Москве, теперь переехал в Москву, теперь он куда-то еще переезжает. И начинает смотреть координаты следующей локации относительно Москвы. Это неправильно. Все переезды сравниваются с координатами какого места? Место рождения, да. Итак, переезжать на северо-восток, северо-восточнее Лондона, это бессмысленно. Ой, то есть в Москву мы его не приглашаем.
потому что всего одна планета, жизнь какая была бы, вяло текущая, и планета эта злая. Мало того, что жизнь вяло текущая, так еще и одни интриганки вокруг. Северо-восток исключается. Согласны? Я просто все квадранты посмотрим, а потом реально увидим, куда же он переехал. Второй квадрант от ИЦ до десцендента, вот он, это северо-запад, правильно? Да. Относительно места рождения. Во втором квадранте у него Луна и Херон, и ни одной злой планеты. Как это бы звучало? 2-0. Хорошо? Неплохо. Нет, ну да, 2 маловато, но 2 все-таки лучше, чем 1. И главное, нету злых планет. Вот это очень важно. То есть потенциально переехать на северо-запад относительно Лондона, ну что могло бы быть, давайте сообразим, северо-запад. Мурманск. Согласен. А также Скандинавия вся. Правда, она же севернее Лондона и западнее. Ну и не только. Норвегия это уже идет в северо-восток. Восток. Это же восточный. Норвегия восточнее, Анна. Да. Да, Исландия. А что еще? Гренландия. Гренландия, да. Ну а также что-то на другом континенте. Да. Ну, может быть, да. Луна Херон, это было бы неплохо. Вот мы сейчас и посмотрим. Канада категорически. Третий квадрант. Нет, до Канады мы еще не дошли, сейчас мы отдельно. Третий квадрант. Третий квадрант, вот он. От десцендента до МЦ. Какое направление? Юго-запад. Вот третий квадрант такой у него заполненный. У него здесь... Раз, два, три, четыре, пять планет, молодцы, из которых две злые, Плутон и Сатурн, и три добрые, Меркурий, Солнце, Венера. То есть потенциально юго-запад подходит, пять планет жизнь активная, но две злых. Надо понимать, что без неприятностей ему там не прожить. Без неприятностей только там, где нет вообще злых планет. Вот там без неприятностей. И последний квадрант, четвертый, это юго-восток. Там Уран, Марс, Нептун, Юпитер. Кстати, неплохой тоже. Юго-восток, у него тут... плохой, коллеги. 2-2. Две добрых и две злых. Не надо. Там, где поровну, туда не надо, потому что всякие враги будут тебя атаковать. Не надо на юго-восток. Получается юго-запад. Итак, куда же он в итоге переехал? Сейчас они находятся в Канаде на острове Ванкувер, который расположен юго-западнее Лондона. Ну, понятно, что Канада – это запад, это западное полушарие. Но по координатам это немножко южнее Лондона. То есть он как раз переехал в какой квадрант? Вот в этот вот, который мы смотрели, где пять планет, из которых три добрых и две злых. То есть жизнь у него там будет более или менее насыщенная. Ну, а теперь... Переходим к четвертому вопросу. Про вот это все понятно, про первые три. Дальше у нас сегодня четвертый вопрос, пятый и шестой. Итак, четвертый вопрос. Это релокация. Собственно, вы с этой темой уже знакомы. То есть, что значит релокация? Это когда мы сравниваем, не так абстрактно говорим, запад, восток, север, юг, а берем конкретный населенный пункт и сравниваем, как меняется в нем, то есть подбираем, ищем населенный пункт, где у нас будет лучше харизма, бизнес, и булки и мало, третье как называется, и мало остракизма.
Но в данном случае нам не надо гадать, потому что мы точно знаем, где он сейчас находится, но перед тем, как делать релокацию, то есть четвертый вопрос – это релокация. Прежде чем делать релокацию, нам надо посчитать, сколько у него всего этого в натальной карте. ХБО. Для того, чтобы мы потом могли сравнивать это уже с результатами на переезд. Итак, харизма, бизнес, остракизм. Честно скажу, что цифры натальной карты, они не совсем радужные, потому что первый пустой, седьмой пустой, десятый пустой. Только в четвертом доме луна. Сколько харизмы у него? В угловых домах одна луна только. Всего 2 балла харизмы. Всего 2 балла харизмы. Вот это, кстати, в том числе и отыгралось лишением титула. Хотя вроде как он сам изъявил желание быть лишенным титула члена королевской семьи, но гороскоп этому вторит. Харизмы мало. Для королевских семей харизмы должно быть много. Итак, буква Х, всего 2 балла. Поэтому, сравнивая другие города с этим, мы будем хотеть, чтобы харизма там как-то подросла. Потому что 2 это мало. Это мало. Булки. Булки это дома богатства. 1 планета, 2 планета, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот булок на Лондон огроменное количество. Кстати говоря, так все же это действительности и соответствует. Он материальных затруднений в своей жизни еще никогда не испытывал, дожив до 35 лет. И, как вы понимаете, не благодаря собственным усилиям, а так исторически сложилось, конечно, да, 9 булок, мало харизмы. Между прочим, коллеги, если не лезть в короли, то жить, согласны или нет? Я вам рассказывал, сейчас харизма не главное. Ну, да, там тебя все знают, или ты там директор какого-то крупного завода. Но сейчас эпоха Водолея, фиксированный знак. Сейчас важнее не харизма, а булки, потому что за красивое лицо деньги не платят. И булки сейчас важнее всего. Поэтому вот он зря. Скажите, вот 9 баллов, 9 булок, напомню, там всего 15 у нас, и 3 отсека, и поровну, если это 5. Ну так, чтобы понимать, в среднем 5. 9 это же больше, чем в среднем, почти в 2 раза. Это любой переезд. По теории вероятности, ну, булки обрушат. Так или нет? Ну, потому что шансы переехать, чтобы булок стало еще больше, у тебя их и так в 2 раза больше нормы. Понятно или нет? Сейчас обрушат булки. Гороскоп говорит, да, ты не станешь королем, у тебя плохая репутация и так далее. Ну и сиди себе, сиди и что? И жри булки, конечно. Тем более, что булок 9 штук, это дорогого стоит такое. Ну и остракизм. Сколько там у нас остракизма? Планеты в кадентных домах. 3-й пустой, 6-й пустой. В 9-м Сатурн и Плутон. В 12-м Нептун и Юпитер. У него 4 планеты в домах остракизма, они дают 4 балла. Получилось 15? Получилось. Кстати, остракизм не такой уж и смертельный. Согласны? 4 жить можно. Конечно, хотелось бы поменьше, но я вам хочу сказать, его цифры на Лондон не идеальны,
но вполне жить можно. Да, что бы мы сделали? Мы бы немножко отщипнули от булок, немножко отщипнули от остракизма и перекинули бы это все на харизму, но это в идеале, как должно быть, в идеале. Много харизмы, много булок, все тебя знают, все тебя уважают, ты не нуждаешься в материальных ресурсах и ноль остракизма. Но, коллеги, где взять такие гороскопы и такие города? Что непонятно? Понятно. Все, а теперь садимся в самолет. Только мы это будем на компьютере делать. Помните, это я вам еще весной рассказывал. Виртуально садимся в самолет и улетаем от этих цифр к другим цифрам. С остракизмом и скажем, да, ты правильно переехал в этот лес. Или мы скажем, в лесу в этом тебе делать нечего. Итак, коллеги, в лесу первый дом пустой, в четвертом доме Херон 1 балл, в седьмом доме Меркурий 2 балла и в десятом Уран 1 балл. Итого, если я не ошибаюсь, получилось 4. Итак, вот в этом лесу харизма 4 балла. Ну, скажем так, да, подросла. Но тут, коллеги, с другой стороны, от 2 любой переезд, наверное, будет к лучшему. Ну, потому что 2 балла хуже уже не бывает. Ну, вообще-то, харизмы могло бы быть и больше, да. Но они там временно. Они в этом лесу, пока они решают, что делать дальше и где жить дальше. Она вообще хочет переехать в Торонто. Торонто – это тоже Канада, но это большой город, цивилизованный. Там очень много русских и украинцев. Но она не поэтому хочет в Торонто, а потому что она там снималась когда-то, она же актрисой была. И она знает город, но ей нравится Торонто. В лесу она... не хочет. Но пока они живут в лесу. Итак, 4 балла харизмы в этом лесу. Сколько булок? Эрида, 5 пустой, 8 Солнце и Венера, 1, 2, 3. И в 11 Марс, Нептун. Вот у него, видите, прям ряд планет прям на куспиды точно попал. Как в этом случае не ошибиться? Он Юпитер, то ли в 12-м, то ли в 11-м. Нам бы не хотелось остракизм наращивать. Как надо правильно посмотреть? Там надо по минутам с куспидами сравнивать Юпитер и 12-й дом. Правильно или нет? Да. Да, если Юпитер долгота больше, то он в 12-м доме. Если меньше, то он в 11-м. Больше. Больше? 12 дом 3.24, а у Юпитера 3.34. Да, он в 12 доме. Лучше бы был в 11. Вот Плутон на 9, видите, встал. Градус в градус. Вот иди пойми, Плутон еще в 8 или уже в 9? Так, 9 0.26, а Плутон 0.34. В 9. Все в остракизм. Итак, 1, 2, 3, 4. 6 булок. Ну там в 11 доме 2 планеты. 6 булок. И остракизма у нас получается. Луна в 3 доме. 1, 2, 3, 4, 5. 5 остракизма. Коллеги, он, как я вам сегодня рассказал, по данным разведки, в лесу затосковал. Из дома не выходит, сидит и весь день по WhatsApp друзьям в Лондон, тайно завидуя им, что они у себя дома, а он вдруг оказался в каком-то лесу непонятном, посылает всякие дурацкие видео. Это проявление депрессии. Так, 4, 6, 5, это как? Нормально.
нормально. Нет, ну может это и нормально, но, коллеги, я бы так не хотел переехать. Смотрите, харизма, да, чуть-чуть увеличилась, но не так, чтоб сильно. Но остракизм-то вырос, а булки уменьшились? Нет, нет. Напоминаю, условия удачного переезда. Остракизм по-любому должен что? Уменьшиться. А булки, потому что это важнее, чем харизма в наши дни. А булки должны, согласны или нет? Плохой переезд. Непонятно? Плохой переезд, вот это конкретное место не подходит. Дальше мы вводим Торонто, там поменяется, может быть, что-то, и проверяем, а какие цифры даст Торонто. Может быть, Торонто даст цифры получше, но я бы тоже впал в депрессию. Хотя булки упали, но от 9 до 6 не катастрофично. То есть ему не надо ходить в лес и собирать грибы и ягоды, да, чтобы прокормить себя и семью. То есть вопрос так не стоит, но возрос остракизм. Вот это было 4, стало 5. Нельзя переезжать. Ну, я вам весной все это объяснял подробно. Нельзя переезжать туда, где возрастает остракизм. Давайте попробуем Торонто. Вдруг там станет получше, потому что жена хочет в Торонто. Она там уже жила, ей нравится. Торонто вообще всем нравится. Харизмы раз, два, три, четыре. Четыре харизмы, коллеги. На Торонто четыре харизмы, как в лесу. То есть харизма, увы, не сильно не прирастает. Сколько булок? Надюш, выйди, пожалуйста. Сколько у нас булок? Давайте посмотрим. Итак, раз, два, три. Три, что ли? Три. Вообще три булки. Коллеги, не, ну это мне совсем не нравится. Совсем не нравится. Так, и сколько остракизма? Остракизма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну это катастрофа. Торонто – это катастрофа, или нет? Да. Нет, ну извините, это уже допрыгались. Это по сравнению с Лондоном булки уже уменьшаются в 3 раза, остракизм увеличивается в 2 раза. Торонто – это вообще убийство. Лучше тогда в лесу сидеть. Если сравнивать вот это с Торонто, вот эту, где они сейчас на острове там живут, лучше сидеть в лесу, чем ехать в Торонто. А в Москву? Нет, Москва не подходит по еще по третьему пункту, там квадрант не тот. Нет, ну можно найти хорошее и в Канаде, но это предмет серьезного исследования, поиска. Вот так мы сидим и проверяем. Считаем. И находим человеку идеальное место.